Ну что ж, мы поздравляем со слов этой очаровательной дамы Радиошку с его выходом альбошки. Радиончик, дорогой, мне очень приятно то, что ты выпускаешь свой альбом. На самом деле, я сама тебе сейчас со сцены пожелаю все, что я хочу сказать, но самое важное, чтобы этот альбом, то, что ты написал из души, чтобы он нашел место в сердцах людей по-настоящему. Сейчас очень много музыки, мне кажется, да? Да, очень много. Перебор даже, мне кажется. Все друг на друга похожи, все друг на друга пытаются подходить, но у него есть душа, у него есть то, что я называю настоящим. Поэтому я желаю творческих успехов настоящим. Я не послышал настоящим. Это тоже было бы правильно, потому что когда у человека все стоит, в хорошем смысле слова, на работу, на вообще... Энергетика. На энергию, да. На людей. То есть это на людей стоит, это хорошо. И даже на собак, друзья мои, это всегда хорошо. Я имею в виду про песню Люси. Да. Я, конечно же, пошутил, но... Я пока немножко волнуюсь. У меня прямо сейчас, буквально через 2-3 минутки будет выступление с моей новой песней. О, мы послушаем. Да. Она совсем другая, абсолютно. Но я думаю, что все получится. Пожми мне руку. Спасибо большое, друзья. Спасибо. Удачи. Алена Роксис, с любовью. Пока.